Это как вывести свет. Не протопали, Слава, или чё? Да, конечно. Героев-то нынче нету. Короче, я не знаю. Так, Седер суманул. Все, короче, здесь, кроме Мордена, тупо одного слота не хватает. И почему-то я не вижу, чтобы вы начали бить трэш, блядь. Как это называется? Ну-ка, чек на ФК. Короче, каски, на. Да, каски, а остальные, пусть что хотят, то и бабу. Танки смелее там, у кого желание появится. Этот, Фрост ДК, ты в РК? Да, да. Ты Дилайн, да? А, нет, я Трамочек. Я понял. Слушай, Дилайн, а у тебя есть БДК? Не мог бы ли ты быть таким любезным и спекнуться и потанчить трэш, там, боссов, что-нибудь? Сам понимаешь, их надо за уши притягивать, всех этих ДК, блядь, чтоб танчили. На вторую могу там зайти фуриком, ДК, магом. Не, хиль задувал, будь в Эрдру. Четвертая пати Эрдру. Эрдру, ДЦ, Эршам. В Эрдру, ДЦ, Эршам. Давайте дураков этих убиваем. Спасите, я под этим деревом. Ладно, ты тут в БДК, да? Чё? Ты в БДК там? Командира кто достанет? Ну кто-то достанет, там какие-то ДК есть. Блядь, подожди, не трогайте там гусей. Да, там еще гусей привели, давайте гусей убьем сначала. Ну, горбат. Горбатых бейте вот этих. Сутулых, сутулых. Сутулых, блядь. Простатых, блядь. Не, ну ты посмотри. Мне только что в ВК написал чувак и сказал, типа, что я злая, потому что у меня черты лица злые. Все правильно сказал. Идите нахер! Пидорасы. Славик, блядь. Ведьма, блядь. Я, между прочим, в жизни милейший человек. Да мы прикалываемся, чё. Конечно, не, на самом деле, мне как-то, типа, чувак говорил, что там, судя по моим чертам лица, и начинал там, не знаю, так, там, Шерлок Холмс, там, у тебя такой сгиб брови, что свидетельствует, ты там, наверное, мне такое полотнище накатал. Я оказался неправ, да? Ну, нет, вообще не прав. Вот. Да. Войд в рейде видит людей лучше, чем твой чувак, вот этот. Так это вообще незнакомый чувак. То есть он просто мне просто написал. Ну ты хотя бы с гильдии меня знаешь, это вообще левый чувак. Там Хант спрашивает, есть ли слот в РС. Муд ботом. Мудбот, блин, а не знаю. Скинь этого челика, в РК что-нибудь придумаем, напишем ему тоже сообщение. Не, как-то неловко получится. Давайте напишем, хули ты такой добрый, блядь. Не, ну типа, я вообще... Я бы не сказала, что я прям злая, но я бы не сказала, что я прям супер добрая. Потом сразу в ЦЛК идем? Да. Наверное, ну посмотрим по настроению. Может и вторую сходим, не знаю. Поняла. Я сегодня за РС, не знаю. Я хочу, чтобы WhatsApp 19 пришел и собрали 5 РС. Да, это говорят про обычку, а не про веру. Не, я имею в виду после всей этой хитмы. Поднять РС-ное настроение. Ага. Повешать КД в первой РС-ке на БДК, а потом дальше идти и свистеть, смотреть в потолок. О, да-да-да. True story, слушай. У меня училось все теперь.
Я это, помню, так на AirDru делала. В первую рейд шел AirDru, а потом у меня типа ШП и РПАЛ. И такая, ничего не знаю, у меня хилов нет. И танков нет, и вообще ничего нет. Я буду только дамажить. Ну понятно, когда они фулбисовые, да, чё ими ходить? Блять. 700 ГП получил. Еще забрал после этого багруху и талик. И что там еще забрал? Тапки или что там? А на сову 16 ПР, блять, талик забрал в джерионовском рейде. Да ты просто читер. Я даже вроде была при этом. Ага. Это жесть была. Давайте, блядь, бейте. Почему там узлюка наконец сидит, блядь? А кто в курсе, сколько мне ГП дали на сову? Это явно ко мне. Давал мне Бибон ГП? Чё-то не вижу изменений там. Может он забыл? Запул. Накинь. Вот, кстати, говорю, что он сидит и... Сейчас, извините. Покажи, приехал, да. Скинул 3к ЕП. Ну да. Внимание, вопрос, какого хера? Я когда скидывал ЕПГП, там заметил, что у многих там, блядь, там левых чуваков каких-то там по 3к ЕП накинуто. Правда, блядь. Просто кто-то накинул. А, ну так типа, а чё в всей гильдии скидывать? Я, например, в гильдии не была. Не, просто кто-то накинул всей гильдии. Поэтому было так. Не, ну типа, я просто смотрела на свой ЕП, и у меня там, ну, не те цифры, которые должны были быть. Там не всем накинули. А отняли у всех, ну, такое. Угу. Да и похер, короче. Ну, не скажи, у меня вообще ГП нету, и я как-то после открою. Таких манипуляций. Однажды мы получили на 2500 ИП больше. Я даже где-то записан это ульта, где Жмук там говорит 5к ИП, а в расценках в группе 2,5. Плюс там ачивки всякие. Да, за первый слез, наверное. За единственный, вернее. Не-не-не-не-не. Просто обычная ульта без слез, без всяких. Все на видео записано. И 5к получил. Я еще думаю, что за хуйня. Так и надо 5к, ну, смысл ходить так же туда. Если не 5к. Ой, вот у меня возьмешь потом? 5к отобрали все. Потом же рейди, а только один человек 5к получил. Ты фонишь нет. Очень сильно, да. А я милого узнаю по РК. А кто там говорил? Войт что-то там, кто-то спрашивал. Куда-то взять хотели, чтобы попасть. Я. Ты кто? Ну я. Золотая. Кто? Золотая, твоя любимая. Золотая. Чаша золотая. Помнишь, я кинул? Наполняю это ароматом чая. Блин, извините, ребят, не сдержалась. Что ты хочешь, чтобы... Куда я тебя взял, золотая? В ЦЛК? Просто взял, возьми ее, Сай. Не смущайте, девочка, чё вы, блядь. Это, танки, начинайте, чё мы стоим, просто в небо смотрим, давай, херать этого дурака. Возьму тебя в льду, возьму тебя, не знаю, хоть куда. На небо со звёздочкой. Звёздочкой. Золотая, ты из Новосибирска, да? Алло. Вряд ли. Золотенькая. Нет, с Москвы. С Москвы. Москва. Москва у Чикса. Помнишь, там как Славик из... А что у меня спек не переделан, походу? Слава, помнишь, как там в нашей Раше Славик и Димон поехали к Москву чиком там? Не, я не смотрел. Да ладно, блядь, смотри. Там, короче, Славик и Димон, бля. Вот ты и Джерри, он, короче, поехали к Москву чиком типа. Слава, сделай рейд-чек, там чел спрашивает, есть ли сот. Чё, там что-то АФК, что ли? Да. Кто?
Может кто-то блядь, АДК. У меня спек не переделанный на АДК. Это, конечно, фейл. Да похер на спек. Главное, чтобы чума была там. Чума есть. Ну все, и забей. В любом маленьком ДПСе не спек. Если их неправильно хранить, в них заводятся червячки. Чё так долго бьёте его? Я ж говорю, бля, тут ДПС примет. Так. Я вам, блядь, почти рогу передамажил, ёб твою мать. Так, ну давайте. Короче, смотрите, вот тут что у нас. Вот этот танк с хардмодов, короче. Ну я думаю, ты вообще четкий пацан, так как хардмоды четкие пацаны. Они еще убивали все до того, когда мы сюда зарегались на этот сервер. Аюми, убери коня. Я ставлю рыбу, и вы должны ее съесть. Так, Лина, ты в БДК, да? Спекайся в БДК. Сейчас спекнусь. Давай. Третья копия будет тебе, вторая копия, точнее, Седер будешь на первой копии, на боссе будет этот дел. Дилайн. Дилайн, дилайн. Где, блядь, рыба обещанная, не могу понять. Я не знаю, штрудели взял, там не хватит. Извините, я забыла, что я корова. Я села на рыбу. Унижьте ее. Так, смотрите, под морду там не рвитесь особо, смотрите на боссов, они большие. Так, давай, Дилайн, езжай наверх, остальные на коней, два танка. Никого, блядь. А, расскажите, куда его везти. А то он сейчас куда хочешь, можешь, сторону. Куда хочешь вообще везти. Вторая зона, блядь, съедите его. Жива сюда в центр. К Долорану подводи, блядь. К цитадели ледяной короны. Сеттер, как дела? Все, спулили. Сеттер. Мягче надо. Сеттер. Так, я первую копию забираю, да? Да. Так, БЗ дашь, когда я скажу. Давай, готовься, твоя копия. Двое сильнее страдания. Сеть дерзи. Ёб твою мать. Ой, блядь, кто-то заберите копию. Фух. Кто это танчит её, блядь? Это. Я. Так. Она неудачно появилась крайне. Да, держи, я потом сейчас соберу. Я не понимаю, кто что танчит, короче. Северус Снейп танчит. Чё этот дурак на меня смотрит? Так, Дилайн, короче... Ты танчишь. Давайте, незыблемость, незыблемость, быстрее, 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 сейчас откидывать будет, сейчас тебя бить будет копия. Отдал незыблемость? Кого-то должна бить, она сейчас. Все, так, всех танков захил сильно. Дядь, почему он... Пять. На бестмода смотрит. А, ты умерла? Я вот не понять не могу, мне сыкотно. Врезаю. Танки другие заберите, кого там, блядь, хилы упали. Ну давайте, гимн на ХП, прист какой-то. Поздно уже, поздно. Так, Павел, ладно. Честно, пожалуйста, сразу отбежал, просто ладно. Очень плохой захил был. Да, захил плохой, придется мне в хила спекаться, сейчас еще кого-то спекнем. Так, мало хилов, много танков, мало хилов, все ясно. Падайте. Да, и там копия, конечно, не очень хорошо появилась. Да, не очень хорошо появилась. Сейчас мы все сделаем, чтобы все очень там хорошо прям появилось. В дереве просто она ну, появилась. Ну, меня сразу два пиздюка переебали, блядь. Угу. Так, Дулютипка, братан, ты был в ДЦ? Да? Да. Надо, чтобы да. БДК вел чуть-чуть правее от дерева, чтобы копия в дереве не появилась. Все правильно говоришь. Дилайн, ты понял? Сейчас тебе объясню, если ты не понял. Говоришь. Так, Дилайн, ты с нами не танчил еще. Ты же у нас в гильдии что, недавно, да? На этом КД. Хавайте рыбу. Короче... центр, где Халион появляется, в самый центр надо вести. То есть с жопой ты должен центр в кружка этого вести босса. Чтобы с какого плеча, блять? С правого плеча босса всегда появляются копии. Чтобы она появилась не в дереве, не за деревом, не за пнями, не за корнями там.
чтобы она появилась справа и мог... Лестните, пожалуйста. Сейчас я тебе покажу. Лестните там. Залагал. Вот смотри, сейчас спасибо на звездочку. Так, Дилан, где ты? Вот смотри на меня. Вот ты взял, прыгаешь вот с этого уступика, вот где сейчас звезда стоит, вот с этого прыгаешь. Вот так вот прям прыгаешь, и вот тут вот начинаешь вести. Вот так, то есть, ты ведешь. Понял, Бой, да? На минуту срочно отойду. Давай. Так, сейчас еще в пятого хила спехну, чтобы не захилить ни хера. Понял, да, короче, самое. И копия тогда вот где-то здесь появится. Здесь вот. Ну, не должна она вот тут появляться, не за этим корнем, блядь. Вот, соответственно. Первая копия, Седдер. От копии отбегать, еще раз показываю гайд как. Все это, блядь, на видео, потом вам буду скидывать. Вот, показываю, вот смотрите, кружок это босс. Представьте, вот кружок это босс. Я отошел, ага, я отошел на максимальное расстояние, что вот он начал за мной идти, и останавливаюсь и бью. Начинается вихрь, ваши действия. Показываю первый раз как неправильно, и второй раз как правильно. Вот первый раз. Вот так вы будете сдыхать, и вас будут пидором называть. Второй раз, вот так правильно. Вот так вот взял и съебался. Вот так вот надо отбегать. Так. Да в смысле знают. Кулак, можно? Кулак под рулем, кулак под рулем. Все, сейчас спекаюсь, короче. Давайте хилов еще раз придим, чтобы было вообще охеренно. Самоклейка, хилишь всегда этого Дилайна. Чендлер, хилишь точечно этого Седдера. Задувал, хилишь точечно Северус Снейпа. Дудутипка, отвечаешь за Седдера. А я, короче, буду отвечать за Северус Снейпа, когда дополнительно хилить буду его. Ну и для моего танка захилить. Все, так, сейчас. Отопью ман. Кулак под рулям. Кулак под рулям, пожалуйста. Четыре БР на КД, блядь, позор, сука. Бля, что за хуйня? Сейчас кто падает, тот гомик, короче. Золотая бритом эти каски, блядь, садовые. Что-то ругаюсь. Это плохая мотивация в интернете. Давай, Седдер тут? Да тут я. Чё ты там? Всё, начинай ДК. Давайте, не ударим в грязь лицом, как говорится. Сука, наконец, босс есть. Да, ничего страшного. Мог на коне пробежать от босса. Бля, если не можешь разобраться, получит ключи. Эддер, а чё ты не на коне? Да, меня скинуло нахуй, кобыла. Сам кобыла. Лай, кобыла такая скинула, бля. Двое сильнее страдали. Так, Седдера копия. Так, хилы, не помрите, осторожно. Северус Снейп, знаешь, где появится копия, да? Вот где сейчас... Слева. С правого плеча босса всегда. ДК дадите в доделке, чё вы как не ДК? Так, приготовься БЗ отдавать, скажу сейчас. Так, давай БЗ уже, давай БЗ. Давай БЗ, живи. Что такое БЗ? Божественная защита. Божественная защита. Давай, Северус Снейп, твой выход, твой трюк. Видите, с подмогой, блядь. Веди его чуть-чуть, блин, ребят, ну вы чё в одной точке собрались, ну? Да геи, блядь. Не, мы не падали, мы ещё не геи. Да вы ведёте их, как будто в портки наложили, блядь. Чё вы их двигаете постоянно? Слушай, Слава, а какой вариант ответа ты выбрал, когда три ведьмака набухались и предложили позвонить Оже? Да ты гений, говорю, блядь. Бать, я просто, типа, Артём такой решил, что ну его нахер, а я решила, типа, а что будет, если будет все-таки, типа, ты гений?
Ты не выбирала, нет? А я бы на ютубе посмотрела, как там в итоге было. Меня, блядь, выкинуло, сука. Там что было? Короче, в итоге они еще в платье переоделись и застали короля на толчке. Он такой, ложа хочет меня убить. Лаберт, да у тебя этот, Эски, да у тебя талия осина, да ты сам осина, блядь. А я спряталась. Йеннифер такая, типа, я надеюсь, что у вас есть объяснение происходящему. Да, вот это жесть. Первый раз, когда увидел, вообще жесть. Ну ты, конечно, рисковый парень. Я бы такой вариант ты это не выбрала. А чё это вообще надо выбирать сюда? Седер тут, а он загрузился? Нихуя, подожди, меня тут разлагали, блядь. Ой, спекни с того, это дамага и так не знаю. Мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Ну чё ты там, бежишь, не? Да, блядь, эти пиндосы американские, тут вовсе всё сломали. Ребят, этот чувак в итоге мне написал и пригласил меня на чашечку кофе. Шли вон нахуй, скажи, блядь. Это просто кек, писать бабе, чё она такая злая, а потом приглашать её на кофе. Ну, хоть чтоб ты подобрела, может. Думаю, что кофе есть, добрый. Кофеком тебе что задобрить. Сука, я, блядь, не могу нахуй клиент. У меня, кстати, был такой случай в жизни. Ну чё ты там, ничего не можешь уже. Видишь, какой он нехуёвый психолог. У тебя был такой случай, а он это просёк. А Юми, давай. Я в итоге отдала подруге. Ча, пока я раздуплюсь, блядь, как Леон. Мне чувак на свидание травку притащил. Я такая сказала спасибо, а потом отдала подруге. Такая, типа... Травку? Угу. Чё, подруге травку? Надала. Угу. Все подругам отдают, блядь. Поэтому ты... Да мне, типа, не нравится. А, травка? Она невкусная просто. Такая, да. У нас есть салон красоты, называется «Трава». Короче, начинает Дилайн, справа Аюми, слева там другой там. А я не спекнулась в АДК. Ну так ладно, я справа буду тогда. А, значит, я думал, что Седдер уже пришел. Я, блядь, еще Блатара танчу, сука. Гора вот красава. Теперь знаю, кто мне будет апать рейтинг. Давайте танков сильно сейчас хилим. Юми отошел куда-то. Угу. Блин. Первый раз тут трэш танчу. Че ты тут, Кирилл? Ты, надеюсь, там не у босса рядом был, когда ты уфался? Алло? Он был на краю. Он был где-то на грани. Если я не ошибаюсь. Да вот здесь он, где мы бежим. Посидеть. А он там был, он не возле босса уфнулся. Так, ну давайте тогда так, пока что есть. Дилайн, тьму затанчишь? Этот, Аюми, не надо, давай обратно в ДД. Северус Снейп в танке, оставайся. Слышишь? Да вроде он зашел уже. Охуеть, смотрите, как я заебись появился. Не в центре не забагался, а с краю появился. Ты затанчишь? Да, блядь. Не вылечу еще, сейчас все будет чики-пуки. Так, ну давай, ты танчишь свет, этот Дилайн тьму, Северус в ДД. Так, ну и давайте, что по хилам, короче, с самоклейкой, Чендлер, хилите тьму. Дутипка задувал свет, дутипка остаешься с Седдером. Так, сейчас немножко перекину.
Так. Короче, первая, вторая. Сейчас вызвать кого-то. Аюми в свет. Так, Дилайн танчит тьму. Короче, первая, вторая. Остаетесь, выходите в свет. Хант с пятой группы тоже выходишь в свет. Похилам сказал. Диспелит тьму Чендлер. Или самоклейка, договоритесь. Дудутипка, диспелишь первую, третью. Так, третья, четвертая группа. Остаетесь во тьме. Так. Кто в свету танчит? В свету танчит Седдер. Третью фазу. Дилайн начинает, его тебе до конца танчит. Все, чек на... Сейчас еще, может, одну сгоняем быстро. Все готовы. Дилайн, начинай. Никто не шевелитесь. Можно уже шевелиться? Да. Кики от босса чуть-чуть оттянулись. Так, сразу подходи к боссу, заходи, подходи, заходи. Заходим. Уходите, если посмеете. А, Сова, я ж ДД шла, типа, не как там, как ДД. Идеально. Сколько процентов? А, 3. Так, давай рост сейчас. Мы выйдем с ростом. Давай рост. Давай рост. Спереди портал. Пошли первая, вторая. Золотое, золотая, выноси за. Вы с Герой, да, вышли? Да-да. Слушай, Тинка, выноси. Линей, выноси. Танка, танка. Хил БДК, захил, блять. Че, упал? Да. Упал БДК. Падаем тогда, ножу заходим. А как так получилось? Почему шаман не дал ничего? Дай диван, дай... А, нет, тут нельзя же. Да заходите, не надо диванов здесь. Заходите в лужу, пока она есть. Заходите. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? А кто-то там писал, и свет и тьму один захилит. Да я и захилил. Ну, кто-то тьма упала. Я не видел такого. БДК, что там, тебя не хилили ни хера, да? Как дела там, Чендлер? Как дела, самоклейка? Я дал все, что мог в этот момент, я все дал. Я понял. По-моему... Ну, не знаю, по-моему, он сам чуть-чуть под лезвие попал. По-моему, надо Войда во тьму, наверное. Не, надо просто шаману хотя бы две волны в танк станут, и все. Да не, просто надо вой давать тьму. А шамана минус 100 крола, блядь. Да не надо ничего, сейчас все сделаем. Да надо, нахуй, не рассказывайте. Самоклейка, чё там? Чендлер хилил как-то? Линканите, Чендлер хилил там что-то, не?
Так, а Чендлер? Да он на массе, конечно, он будет там первый. Отхил по танку. Волна 33 тысячи. Здравствуйте. Так, на массе, а ты цепаки кастуешь там, да? Ладно, нахуй, сейчас захилим. Так, так самоклейку глянуть, ну-ка, что там за ГС? Ну это как бы, так, 5.9, это не годится, да, для захиливания 6.5 ГДК в обычке в РС, да? Не годится такой шаман, да? Или что? Там надо волну кастовать в танк, он походу не знает. Я понял, короче, сейчас ману отопью. Если я подойду, пока стою покорить, если какой-нибудь там танк. Что, мне в кота туда прыгать? Нет. Остаетесь все в хилах, 5 хилов. Наоборот, кто может в сову спикнуть. Оффворд, бисмот, у вас есть совы? Не, у меня нет. Да не, не надо сову. Сдувало код, у Чендлера тоже код. Да не надо в шипы, это обкрылся что ли, светлый хиль. Чек на пол. Давайте. Я подиспелю тьму тогда. Начинай, Дилайн. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Марден, отойди чуть-чуть от босса. Милики, возьмите максимальный рейдж. Здорово, бандиты. Здорово. Чё? Чё кого? Здорово, дешево. Здорово, бомж X5. Привет! Чё, есть лот план? А, нет, RS-25, он фул. Фул или потому что дебаф стал фитнес гильдии того, кто прицел рейд как лёд? Второй вариант. Заходи, дела. Кстати, я могу зайти за чар от гильдии. Не, фу. У да, нас да, честно фу. Мы Халеона бьем, так что помолчи, пожалуйста. Типа, я мешаю всем разговорам, когда вы Халеона бьют? Да. Ну, я вам же ничего не надо анонсировать. Прицел смотрел стрим с тобой. Там тебе эта курва привет передала. Чё там? Чё там? Ну, стрим там был. На X5 там, ты в рейде был. Да, да. Там какая-то вот такая сидела, пизда, я говорю, там прицел привет передай, пишу ей. Она говорит, прицел тебе привет, из центра. Передала она или нет? А, я не знаю, я без звука чел. Нет. Вот это... сука. Я мутант сказал, что стример. Ну ты там обоссался с ног до головы, конечно. А, ничего. ДПС. Блять, я 5-8, нахуй, 5-7. Ну такие, да, я говорю, мы там. Сколько там процентов? База. А что это уже будет? Фуполу на Синдре профи, я фуловым пустая придамала. Я сейчас выбил все две тринки топовские. Ветеринаску. Вот сейчас, на, протести. Сейчас не собрала, блядь, спидера. Стоп дамаг 30% не бьем. У нас Гера давай его выйдет. Давайте дамаг. Гера в свету. Свет рост. У нас нету Гера в свету. Ёб твою мать. Успокойтесь. Просто постой. Слава как так. Я вышел. Свет, лок, лок, дамаг. Вышел. Крюгер. Хорошо, хорошо. Нету метки на нем. А, теперь есть. Или нет. Смог лететь хорошо. Все побегают, побежали, побежали, все.
давай во тьме рот линей выносить. Давай тотем на ману. Сорян, я забыл, что тебе спалить надо, блядь. Это где твой слайд? А Юми, не выходи. Беги, малышка, беги! Так бибопа уже нету в рейде, как его будем добивать. Ага, ебать, шутка. Миличешка. Кстати, видел, я зашел. Давай, Кира, роль как боженька. Слышишь, вчера или позавчера зашел в аркад, поздоровался, он меня кикнул сразу. Я тоже сказал. Кристинка, я надеюсь, ты с гильдии не будешь ливать. Сука. Пас нахер вообще. С такими роллами. Сука, там 500 ЕП, да? Да. Что, что золотая такое? Так, что стоит 78. И не говори, Морден. Надо кому-то нахпало. Печально. А чё, у нас не поэтому, да, тринки отдаются? Не по ЕП в ГП? Нет, с обычной. По ЕП в гире. А. Всё, если там накинул ЕП, там. Ага. Сейчас что будет у нас? Сейчас, подождите, на доказ иду, чтоб ЕП. Да не знаю, можно РС-ку ещё собрать, если хотите. Да, бомбит уже, второй раз, понял, в склеп пошёл, на том КД, на этом. И на Каролоне умер от того, что сорвал агро, блядь. И танчил его ебать под боевой кожей 5 секунд, нахуй. Хотя у меня один из двух талантов вкачивает, хоть два таланта вкачивает на этот. Кто, на гранату. Кто еще на ИП там есть? Сейчас подожди, да, зайду, захожу. Чего вы понимаете? Я могу и на ИП зайти, если надо. Че вы ливаете там? А че вы плюсуете, если вы уже в группе, блядь? А тут долговы, блядь. Гоу, блядь. Так, два тела себе начислили. Ой. Или что? Что такое? Сказала чуваку, что я вовлен, а он такой, ой, да это и такая ерунда. Что ты что? Он говорит, что это ерунда. Что ерунда? Я пропустил. Что я помовлена. Ага. Понял, слышишь, что в том рейде, блядь, был хантер рога. Здесь два хантера рога, блядь, на пула нету в танке. О, так. Заебись танку. Блядь, прицел. Дай мне участника группы ставить, заебал. Побросительная история. Участника группы можно дать? Ой. Да ты заебал, ну я же рейды вожу, блядь. Я вожу 25 человек в рейд, блядь. Чё ты мне мозг пудришь, блядь? Сейчас я хуёво начну релить из-за тебя. Ой, слышишь? Кто-то мне там написал про ИП, нихуя не прочитал, короче. Что сейчас? Не знаю, нихуя, кто там что начислял, кто что убирал, не видел, не было меня. Так, что, еще одна РС или целка? Попробуем, Гуля, сейчас посмотрим по плюсам. Лучше целка. За 6 часов. Ну да, мы не целка. Гуля, целка. Ну, погнали, целка, время тут маловато. Геру, бро. Го Геру, блядь, Гули нет. Сына ебаная ульда сегодня. Клоу, плюсуйте, он зашел. О, полковник, там дети орут. Они не орут, они пищат. Смотрите, будете косячить, пиздюлей получите.
чуть себя в рейд не взял второй раз. Да куда суштайки собрались? Целка. Какой нахуй целка? Обычно. Осколки прицела, да? Нет. Заебал, 8 осколков осталось. 10 уже не хожу в рейды, как-то далеко. Архирин персов продал. Почему? Что золотую, золотая заинька? Что ты хочешь от меня? Не могу пригласить члена другой группы. Я не знаю, где твой ИП. Я вообще не в курсе, не понимаю, что происходит. Я знаю, что мутант продал. Не могу пригласить члена. Да, мутант гомиком оказался. Почему гомиком-то? На белом, он на X5 играет. Не персов тебе продает, то на X5 вообще играть уходит от гомик. Не могу пригласить члена другой группы. Хм. Я в группе вот. Конечно. Золотая, я не знаю, куда твоя ИП пропала. Тут 900 000 человек в гильдии, я не знаю, куда твоя ИП делась. Не следил ни за чьим ИП никогда, даже за своим. Ага, а кто следил за ИП этого психа? Скажите мне, пожалуйста. Ну не я точно. Бипоп, скорее всего, следил. Ебать, он прикинь, как он шикарный, за всеми вами следит. Думаете, только за прицелом? Следит. Пусть следит мне, это что? Нету чувака жизни другой, кроме как следить. Вот это гомик, он вообще полный. Не знаю, вот. Тюменская, какой ретрик? Давай холиком. Гомисексуалиста. Слышишь? Надо похилить, наверное. Понимаешь, Марина, да, когда человек следит вот так до того, до фанатизма, блядь. Это проблема у человека. Да вот как Серсея, ебать, прикинь, что мне тут выдали. В 3 часа ночи на X5 я решил арестку собрать. В 3 часа ночи Карл, блядь. Ёбаный, бля. Что? Ну, бывает? Блядь, как вы заебали. Мырки, есть у тебя ДЦ? Давай, блядь. Один ШП тогда только. Есть у кого-то? Жму я. Есть у кого-то ШП еще? У меня есть ШП. Кто-то, заходите на ШП. Я готов. Поебашь. Да. Так меня раздражаешь, так пиздишь много. Я еще не пиздел. Ну не пиздишь, в смысле, просто без остановки, друг. Ты не сам. Без остановки. Пол. Сейчас смотри, в склепе сейчас агроссер у меня убьют, я его. Так. Что-то же склепе. Кидай ролл, там на 26 выпало, чтоб по-честному было. А чё тут честного, ты расскажи? Съел, да? Кто там что хочет? Все, уже никто ничего не хочет. Надо свои разборки, блядь. А вы оба пойдете, блядь, в хилах. Чё за беспредел? Оф, вот, будет котом, блядь. Не-не-не, поздно уже, мы роллы кинули, все решено. Порешал, короче, тупо. Не знаю. Этот, Тюменская, ты ВРК, брат. Я вот вижу там этот, Вайда, потом хороший пилит. Что? Да я вот вижу, Дуит Войд, он тоже хорошо пилит. Не-не, он сова. А я Гишка. О, я умер, блядь, ёбаный бот.
Так тебе и надо. Нет еще. Чё, Войт? Ну чё, бля, я не знаю чё. Двигайте на сумон, ёбаный в рот, блядь. Что ты хочешь сказать? Я ничего не хочу сказать. Ты шапок пристая сказал, да, вроде бы, я послушал. Хотя, бля, я ДПС померил, ты там бичей всяких набрал, что ДПС не имел. Да ты 20к дашь, а тут все по 8 дадут, блядь. Пока живая, 20. Блядь. 20, да. Не знаю, сколько ты дашь. Дядь, да какая рыба призрак? Вы чё, обкурились там? Уберите. Ой, бля. Рэл пришел в рейд, блядь, в инст. Стоит шкаф, одно тело сумонит. 10 стоят рядом, в потолок смотрят. Охуенная картина. Двое пахнет семеро хуями, Маш. А чё, блядь, этот квест нельзя сдать, этот? С рубинового святилища, блядь. Тюменская тут? Блять, как он заебал. Чё, Войт, у тебя фурии, да? Угу. Я протопал, есть там у нас Славик или нету? Ну ты протопал. Нет, ты мать, ладно.